в Кунстмузее Цюриха. И вот у картины Моне рассуждаем, как она могла была быть написана. Вот у меня есть предположение такое, что он палитру делал себе сразу на холсте. Он определил себе несколько светлых мест, которые у него будут участвовать. А все мы знаем, что светлые места любят много краски. Вот, допустим, вот одно светлое место, наверху второе светлое место. В этой стороне у него темные места. Вот в этом месте у него был коричневый, красный там, и темно-синий. А в эту сторону у него был белила, желтый, там может быть немножко оранжевого, там, может быть немножко тоже синего. И в эту сторону такая же палитра была наброшена, там белила с желтыми, с какими-то еще там цветами нейтральными, может быть охра. Там. И вот из этих мест он брал краску, как с палитры, и организовывал все пространство холста. И потом, когда уже у него краска осталась вот в этих местах, то есть после этого он соорганизовывал все остальные кусты. Значит, иначе смысла во всем этом нет. Дорогие друзья, представляю вам Кунстмузей города Цюриха, оригинал Моне, кувшинки. Что-нибудь подобное мы с вами сотворим на ближайшем видеоформате, видеоуроке. Конечно, никаких форматов колоссальных. Будем оперировать меньшими форматами. Но я вам постараюсь рассказать, как это все выглядит в действительности. Жду вас всех.